Вот смотрите, это то, что у нас творит водоканал. 2 года, все течет, труба выше все, лопается, лопается, лопается. Не делают, приедут, разроют, и все дальше продолжается. Топит все наши дворы, все. Директор водоканала никак, только обещает, обещает, обещает. К нам скорые не подъезжают, к нам воду не привозят, ни такси, никто. И я со двора тоже выехать не могу. У нас у всех дети, вот соседи, 4 детей, выше годовалый ребенок, муж мобилизован, я с ребенком, вот к нам никто подъехать не может. Водоканал бездействует, в Ростов писали. Вот, везде мы уже в Москву писали, и все возвращается опять к нашему водоканалу, а там только одни обещания. А сейчас они даже не берут трубки. Вот так все у нас делается. Все это течет во двор, под забор, во дворе у меня вода, в погребе вода, у соседей то же самое. Все, абсолютно все дома.